После длинной прямой на ретардере, положенном в таком месте, что его не видно с прямика, должен он быть только в стенограмме, допускают смертельную ошибку Дмитрий Чичерин, Алексей Лукин. Вот что написано в письме председателя комитета ралли РАФ Алексея Ершова о результатах расследования, которое он проводил вместе с организатором. На трамплине он прыгнул или разгрузил подвеску. Ударился правой стороной бампера о покрышке и его развернуло вправо. Далее был полет левой стороной вперед и удар о дерево в водительскую дверь от передней левой стойки по направлению к задней правой по диагонали. От момента выхода на трамплин до момента смерти прошло от половины до 0,8 секунды. Конец цитаты. Алексей Лукин в тяжелом состоянии был отправлен в больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Но в чем же была ошибка? Вот что пишет Алексей Ершов. Ретардер стоит на этом месте уже много лет. В прошлом году он тоже был. Следующий стоял на 300 метров дальше. В этом году следующий был перенесен еще немного подальше. Так вот, этот следующий ретардер в стенограмме есть на прошлогоднем месте. А этого, на котором произошла авария, нет. В распоряжении организатора и комитета ралли РАФ есть фотокопии стенограммы экипажа. У комиссии возникло такое ощущение, что экипаж переписал прошлогоднюю...